Знаете, на самом деле, что меня удивило, услышав все об этой программе, как это все делается, что это, а еще знаю Катю лично хорошо, что это не показуха, так называемая, что вот все лощеное, красивое, и вот они. Ощущение, что человеку хотят помочь. То есть, действительно, не у каждого есть возможность что-то сделать. Ну, это меня просто вот сейчас поразило. А люди просто берут и исполняют чью-то мечту. Может, давнюю детскую, у меня аж мурашки. Вот. Детскую какую-то мечту. Просто берут и делают это реальным для кого-то. Это же, ну, это удивительно. Правда. Я никогда не встречала подобного плана передач, никогда даже об этом не слышала, что это просто вот такая вот какая-то помощь, чтобы человек очутился в сказке, в этой мечте. Ну, это потрясающе, действительно. Ну, как правило, с этим и связана сказка. То есть у каждого есть какое-то представление о том, как там, я не знаю, побывать на балу, побывать в каком-то образе. И сам себе ты не можешь этого позволить в обыденной жизни, потому что много проблем, я не знаю, текучка, жизнь, это все такая вот обыденность. А это какой-то момент какой-то сказки. Каждой женщине, мне кажется, это нужно. Еще сейчас такой век, что век интернета, век красоты, я бы так сказала, потому что сейчас быть красивой, в принципе, это реально для каждого, потому что есть разные процедуры, есть разные способы. Можно обратиться к профессионалам, которые с тобой поработают с лицом, с образом, со стилем, с речью, с манерами. Вот. Но не у каждого есть возможность, опять-таки, к сожалению, это деньги. Вот. И это возможность каждой женщине, девушке просто испытать это на себе, преобразиться. Женщине очень важно знать, что она красивая, что она может получать внимание, получать это внимание. То есть мы одеваемся красиво, стараемся выглядеть, наводим красоту только для того, чтобы получить это внимание и восхищение. Если нет восхищения, мы чувствуем себя ненужными. Когда нами восхищаются, мы становимся еще прекраснее. То есть тем самым, снявшись в передаче, ты вызываешь первое восхищение. То есть ты получаешь это восхищение долгожданное, может, которого у тебя никогда не было. А тут ты его получаешь, и ты, мне кажется, настолько заряжаешься, что дальше тебе хочется все больше и больше, чтобы ты не стала совершенствоваться и получать еще восхищение, и давать это восхищение другим. Вот что еще важно. Обмен такой получается, мне кажется. Мне кажется, люди становятся добрее, когда они красивые.